Добрый день, меня зовут Святослав Иванов, я студент 4 курса факультета глобальных процессов. На самом деле, сейчас стал понимать уже к выпуску, что факультет предоставлял мне много возможностей и шансов для реализации, для саморазвития. Сейчас понимаешь, насколько были ценны каждая лекция на первом, на втором, на третьем, вот сейчас на четвертом курсе, как это все было важно. На протяжении нескольких лет лично я на факультете продвигал активный образ жизни, развивал нашу спортивную сферу. Являлся и являюсь сейчас капитаном сборной по баскетболу. Поэтому всем, и сейчас студентам младших курсов и старших, я желаю успешных сдач всех экзаменов, всех зачетов, вообще успехов вам на студенческой ниве. Развивайтесь, берите от студенческой жизни все и по максимуму. Спасибо.